Беларуси прошли долгожданные дожди, открыты леса, и вот они, первые грибы, и все-таки они существуют, лисички, и притом такого же качества, которое вполне можно собрать. Красота. Красота. И большие. Ты удивляешься, конечно, они полезли, когда здесь еще вообще дождей не было. Как они выжили. Грибы, конечно, удивительные. Создание. Как они, где они выбирают расти. Нам неведомо, сколько мы их не изучали, наверное, они все равно будут хитрее и умнее. Ну, уже хорошая корзиночка. Да, да. 3 июля. Первые лисички. Сезон открыт.